Сегодня в МАГАСе состоялось заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка под председательством главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова. Обсудили вопросы взаимодействия при выявлении, пресечении и расследовании преступлений коррупционной направленности и правонарушений в сфере ЖКХ, а также контроль за реализацией национальных и федеральных проектов. Кроме этого, были заслушаны результаты региональных Минпромсвязи и Миннаца по реализации мероприятий региональных программ правоохранительной направленности. Особое внимание Калиматов обратил на преступность в сфере ЖКХ, отметив, что она представляет собой существенный груз для социально-экономического благополучия региона и требует постоянного наблюдения. В качестве основных причин глава региона назвал низкую зарплату работников предприятий, недостатки в деятельности правоохранительных органов, отсутствие апробированных действий в методиках расследования преступлений в жилищной сфере. Статистику мы примерно знаем, чтобы мы предметно излагали те или иные проблемы, которые существуют, и мы могли бы конкретно предложение, то есть информация, а в конце предлагаю, значит, раз, два, три, четыре, что-то. Потому что нам надо конкретизировать эту работу. Все эти наши недоработки, они влияют в целом на экономическую, последующую социальную ситуацию нашей республики. Мы должны недоверие, неверие людей, неверие, значит, чтобы неотвратимость наказания была, да? Чтобы те лица, которые считают, что могут в карман государственный лезть, чтобы их остановить.